Для многих болельщиков эта ночь была очень волнительной, и наш следующий гость не исключение. О чемпионате мира по хоккею с шайбой поговорим с самым экспертным болельщиком Андреем Швайковским, заместителем директора хоккейного клуба «Сокол». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ночной матч с Латвией? Вот результат был ожидаемый? Ну, конечно, был результат ожидаемый. Всем хотелось, чтобы в День Победы мы выиграли. Я думаю, что наши ребята, скажем так, оправдали наши ожидания. Более того, они показали уже, начали показывать ту игру, которую мы от них ждем, которую ждут от них болельщики наши. Ну, в общем, мы были очень рады тому, что наши победили с таким счетом. А скажите, Латвия – это сильный соперник? Латвия – это… Вот, вы знаете, вообще на этом чемпионате мира нет слабых соперников. Вот, уровень хоккея постоянно растет, и Латвия не исключение. Вот, в этой стране в хоккее уделяется очень, очень большое внимание. Вот, баскетболу и хоккею. Поэтому… Ну вот наставник нашей сборной Олег Знарок, он тренировал и латвийцев тоже, да? А как вы оцениваете состав нашей сборной? Все ли были в составе игроки? Ну, я так понимаю, что на сегодняшний день наш тренер выбрал самых лучших игроков, в которых он верит. Вот, и он ответственный за результат, поэтому… Тех, кого он выбрал, он считает самыми сильными на сегодняшний день. Ну а почему не было Семина, Овечкина? Я только что об этом сказал. Потому что тренер, он ответственный. Всегда же у нас есть, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Поэтому тренер выбрал данный состав. Он определил, что на его взгляд, на данный момент, вот эти игроки подходят оптимально под его стиль игры. И он не прогадал, как мы видим. Ну, пока да. Ну, получается, мы сейчас укрепили свои шансы на выход в четвертьфинал. Ну, во-первых, турнир только начался. Ну, естественно, по двум матчам еще очень сложно что-то говорить, да? Но, естественно, мы считаем, что выход в четвертьфинал – это даже не полузадача, это просто данность, которую мы должны сделать, выполнить, да? А дальше уже будет все интересно. Но если вспомнить, например, игру, которая была с Чехией, почему вот у нас так получилось, что мы проиграли в сухую, можно сказать, 3-0? Ну, элементы везения тоже нужно учитывать. Значит, где-то немножко не повезло, но на самом деле команда, скорее всего, только сплачивалась. И я думаю, что от игры к игре мы будем прибавлять, особенно в сыгранности. Андрей, вот скажите, игры проходят в Питере и в Москве, а Павел Буре говорит, что место, в принципе, не имеет значения, но все-таки свои стены и свои стадионы с болельщиками помогают, влияют как-то на результат? Они, свои стены, конечно же, они помогают, с одной стороны, с другой стороны, это накладывает большую ответственность на игроков. Вот, и тут самое главное выдержать баланс, настроиться на игру. Забыть, что ты играешь дома, а выполнять установку тренера, ну и выигрывать. Ну, а кем считают фаворитом на чемпионат? Ну, естественно, это сборная США и Канады. В Канаде в первую очередь. Вот. По результатам это видно. Ну, естественно, что Швеция, Финляндия, Чехия, Россия. Пока не поменялось соотношение сил в хоккее. Ну, наши стартовали все-таки сначала с проигрыша. Вот это психологически сложно начинать матчи с такого результата? Или наоборот, это подстегивает? Знаете, там собраны все профессионалы в нашей сборной, поэтому они настраиваются на каждый матч. И матч, который был с Чехией, я больше чем уверен, они его уже забыли. Мы знаем, что еще вот завершился международный турнир, который называется «Вектор 2019» среди юношей. Вот, хотелось бы узнать, вы довольны, как играли наши мальчишки в этом турнире? Ну, естественно, я доволен, как сыграла наша команда «Сокол». Наши ребята заняли второе место. В турнир международный, да, принимала участие команда «Барыс» из Казахстана. Значит,
а также лучшие команды нашего региона. Это Омск, Новокузнецк, Ангарск, Бердск. Ребята в течение 5 дней соревновались. Были очень интересные игры. По накалу они могли дать фору и играм высшей хоккейной лиги. Родители очень болели, переживали за своих ребят. Турнир прошел очень интересно, насыщенно. И, в принципе, до последнего дня держалась интрига, кто же займет первое место. А это самое главное в спорте. Ну, престиж этого турнира растет все год от года. И регионы присоединяются, да, которые приезжают к нам. А их становится все больше, городов-участников. Ну, география городов за в течение 3 лет проведения этого турнира у нас меняется. У нас все больше и больше, да, городов хотят принять участие. В свое время там принимали участие команды Тюмени, Омска. Это хоккейные центры нашего региона, скажем так, да. Ну, а также, значит, Новокузнецк, Новосибирск. Вот, в принципе, уже идет отбор команд, которые бы хотели принять участие. То есть мы уже, скажем так, думаем над соперниками, кого бы мы хотели бы взять. Но вот. Это вот именно те мальчишки, которые примут участие в универсиаде? Я думаю, что нет. Пока еще нет? Ну, дело в том, что турнир проводится для ребят 11 лет. И каждый год он проводится для ребят 11 лет. То есть если в первом турнире у нас принимала команда участие 2003 года рождения, второго 2004, в этом году 5 года рождения. В следующем году будет команда 6 года рождения. То есть у нас именно вот мы задумали вот такой турнир для того, чтобы вот именно вот просматривать, отбирать наше молодое поколение. Так что в 2019 году им будет... Они еще будут в школе учиться. Понятно. Андрей, что ж, спасибо большое. Я пожелаю только побед, новых и новых побед нашим хоккеистам и удачи.